На американский штат Техас обрушился гигантский град. Размеры отдельных льдин превышали 6 сантиметров в диаметре. Это действительно огромные глыбы льда, которые крушат все на своем пути. Ужаснейшее событие, которое произошло около полудня. Местные жители успели запечатлеть это событие и поделиться им в социальных сетях. В результате ненастной погоды были повреждены крыши некоторых домов и транспортные средства. На севере Армении произошло масштабное наводнение, вызванное выходом реки Дебет из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели по меньшей мере одного человека. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Ларийскую область. Местные власти эвакуировали 70 жителей поселка Дзорагет в безопасное место. Ведутся работы по ликвидации последствий наводнения и восстановлению поврежденной инфраструктуры. В поисково-спасательных работах в пострадавших районах участвуют 30 боевых расчетов, 324 спасателя. Также вода нанесла ущерб межгосударственной дороге М6, в результате чего она была закрыта для двустороннего движения. Чехию накрыл небывалый градовый шторм. Пострадал город Сберок, который входит в Ракицанский район. Выпавший сегодняшний град нанес большой ущерб. Уже около полудня в большинстве районов начали формироваться первые ливни и грозы. Метеорологи прогнозировали осадки в виде дождя. За время буйства стихии выпало около 20 мм осадков. Местами выпало до 10 сантиметров града. Размеры некоторых градин достигали 2 сантиметров в диаметре. Пожарные были заняты ликвидацией последствий града, а также пришлось задействовать тяжелую технику для расчистки дорог.